Те, кто успел днем пролистать ленту Инстаграм, меня поймет. Сегодня на перроне Харьковского железнодорожного вокзала была утренняя радость, естественно, с распитием шампанского. А сейчас радость вечерняя. Все почему? Потому что откровенные позы, сексуальные движения, минимализм в костюмах. Все для того, чтобы зритель произнес: «О, мы об этом мечтали». Многие мужчины в новогоднюю ночь загадали желание побывать на сегодняшнем концерте. Итак, Resta Music Hall, пробка, эпатажная группа, поющие трусы. Сбылось. Счастью нет предела. Идем прикасаться к творчеству. Я хочу Вы знаете, что мы счастливы. А мы-то как счастливы. А вы как? Вот как? Расскажите, как вы счастливы? Не передать словами. Передавайте чем угодно. Мы соскучились по вам очень сильно. Мы это взаимно. У вас не были. И самое интересное... Не передавать словами сказать. Передавать словами. А чем же? Телом. Давайте уже ртом. Мы уже, как видите, телом уже передаем. Мы готовы отдаться полностью. Вот как я вас сильно люблю. Что в твоей жизни значит поющие трусы? Поющие трусы не только в моей жизни, а в жизни всего шоу-бизнеса значат, что это стёб, тот, который придумал Кузьма Скрябин вместе с Владимиром Бебешко. Они умудрились создать такую группу, которая не похожа ни на кого. Сегодня, конечно, все зрители пробки увидят это, оценят. Скажи, как профессионал, девушки работают профессионально, качественно? Офигенски просто. Я завидую, я прихожу за опытом сюда, почерпнуть для себя чего-нибудь чуть-чуть или побольше. Вот. Так а что ты тогда черпаешь? Вот я сейчас смотрю костюмчик классненький, хочу такой же себе. Но все-таки группа «Поющие трусы», наверное, и, скорее всего, это не предел. Далеко не предел. После концерта «Поющих трусов», девочек, нас ждет очень, наверное, яркий концерт «Танков на Майдане Конго». Вот. Уже продано какое-то сумасшедшее количество билетов за месяц. И почти весь ресторан уже забит, я имею в виду, людьми, посадкой. Мы вас ждали, мы просматривали ленту и Инстаграм. Когда же? Когда же вы придете? Потому что многие мужчины занимали места. Простите, я подумала, чем-то занимались. Вы так сказали, занимались. Я надеюсь, что все места заняты. Абсолютно все места заняты. И несколько мужчин вообще-то развелись к вашему приезду. Вы знаете об этом? Разведенки, разведеночки. Это по части нашей Алёнушки, это ее профиль. Центровой нашей девушки, блондинки. Сегодня я на выдании. А мы ее дружки. Подружки. Подружки. Подружки невесты. Друзья, никогда в жизни я не брал интервью перед ролевыми играми. Поющие трусы. В ближайшее время кого вы собираетесь, Ром, привести? Группа «Танок на Майдане Конго» 11 апреля. И 16 мая у нас будет Сашко Положинский
с гуртом «Бувье».